Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia C31, и сейчас я покажу вам, как узнать номер IMEI, а также серийный номер данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «О телефоне». Здесь мы проходим немножечко вниз. Видим два номера IMEI. Если мы выберем раздел «Модели аппаратное обеспечение», то увидим серийный номер устройства. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.